брось оружие! Или я сейчас убью старика! Клара, не вздумай! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить Tomb Raider. На этот раз вас ждет 12-я часть моего прохождения, где мы отправимся на вот ту дорогу, чтобы перебраться на ту сторону, и чтобы по канатной дороге, насколько я понимаю, нам добраться до нашего дедули, который ждет нас прямо наверху. Давайте, конечно, отправимся. Итак, нам надо бы запрыгнуть на эту штучку, чтобы залезть наверх, если у нас получится, конечно. Ага, отлично. Пока что все нормально, пока мы лезем. О, что-то новенькое. А, сирена, вот которую они крутили, эту поганую сирену, как она меня раздражает. Давайте-ка еще выше залезем. Посмотрим, что у нас там находится. А, вон там ящик еще с инструментами подвешен. Кто их все время подвешивает, а? Вот ведь... Еще одна интересная задачка. В прошлый раз мы перебили прям просто кучу перебили врагов. Они тут с динамитом были, с чем они только не были. О, ох, ничего, мы залезли, нормально. О, красавцы. Ну и что, сказали они остальным или мы всех убили? Нет, музычка какая-то тревожная, так что жмите Е, чтобы открыть. Нет, спасибо, мне не нужна сирена. Я не хочу включать сирену и привлекать лишнее внимание. Винтовочку было бы неплохо нам иметь, чтобы отстреливать их на дальнем расстоянии. Но у нас из винтовок пока что только калашников. Ой-ой-ой, как бы нам прицелиться? Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой, поглядите, сколько их здесь. Давай, заряжай, 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 что ж ты? Ух. Да что ж такое, а? Ну-ка, обронил бы динамит-то, а? Нет, он не обронил динамит. Так что придется его как-нибудь... Что, я ему шапку сбил? О, сейчас рванет. Нет, не рванет? Так хочется все время, чтобы они роняли этот динамитик и взрывались там вместе с ним. Вот это весело. Это мне нравится. Давайте дробовик возьмем. У нас от него патронов, благо, много. А, вот у нас в чем задачка. Перепрыгнуть. Да, да, но это не принц Перси, конечно. Куда ему? До этого. Сволочи, а? Давай, 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 давай. Ах ты, мразь. На тебе. Нет, слишком далеко. Давай, подходи ближе. Вот урода, а. И тебя тоже. Вот так. Жалко, что не гибнут они от одного патрона. Было бы просто супер. Да, давай, давай, давай. Опа, класс. Класс. Хотел лук перезарядить. Да, что-то я немного заигрался. Лук у нас не перезаряжается. Так. Куда нам идти-то дальше? Тайная гробница рядом. О, ну, давайте наведаемся. Я не могу отказать ни себе, ни вам в гробнице. Ну что, это же Tomb Raider. Восхитительница гробниц. Ну и все вытекающее из этого. Опять будем пробираться к сундучку, потом из него схватим что-то непонятненькое и уйдем довольными, как и всегда. О, ну, безусловно, куда у нас без факела в наше время? Без факела никуда. Ой, ой-ой-ой, тихонечко. Проползать давайте-ка. Слушайте, ухватилась она, конечно, вовремя, я вам скажу. И что, и куда? Наверх? Да, наверх. Ничего не вижу. Ох, черепа. Кто-то ведь ходил, их тут устанавливал везде, эти черепа. Обстановочку, так сказать, окружающую создавал.
Ну, давайте смотреть, как тут тайна. Сейчас куда-то мы выйдем. Ух ты, по досточке, боже мой. Они тут сами тоже по досточкам перебираются, что ли? Растения какие-то. Как они вообще тут росли-то? Света нет уже. Темнотища же. Ну ладно. Будем верить разработчикам на слово. О, вот она, тайная гробница, зал суда. Похоже, ну и... Братство захватило все древние строения этого острова. Да уж как тут не захватишь? Посмотрите, там... Что это? Самолет? Врезался, что ли, сюда? Понятия не имею. Давайте-ка сядем. Ой, тут тоже все горит. А, они просто взяли обшивку и поставили ее сюда. Что-то и зачем-то подожгли, что ли? Так, у нас что-то нету запчастей, чтобы что-нибудь улучшить. Поэтому давайте не тратить время. Опа! О-хо, ничего себе! Ладно, хорошо, хорошо. Что нам нужно сделать? О! Ага, кажется, я догадываюсь. Но все-таки я еще недостаточно догадываюсь. Давайте попробуем эту штуку потянуть. И зачем нам это? Я пока не знаю. Пока понятия не имею, зачем нам это. А, вот, вот зачем нам это. Сейчас мы... Нам нужно оттуда вот канистру ту сбить. Этим колесом. Вот, точно. Еще пока неизвестно мне, конечно, зачем эта канистра нам нужна. Ну, понятно, что надо что-то нам, так сказать, положить. Она ее может? Ну да, только ударом, хорошеньким ударом она ее может положить. Давайте сюда все ее наложим. И зачем? А-а-а, все, догадываюсь. Я уже догадываюсь. Нам нужно каким-то макаром перепрыгнуть туда. Вот туда. То есть разбежаться и сигануть. Ну, давайте попробуем. Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Нужно еще больше канистр. Еще больше канистр. Ладно. Так, кладем еще одну сюда. Надеюсь, хватит? Или еще нужно будет? Наверное, еще нужно будет. Ну ладно, попробую. И прыжок. Давай. Нет, слишком. Слишком рано. Как бы нам эту канистру-то. Ну. Может, сгорит вся эта штукенция, нет? Она вся сгорит, и упадет эта канистра, нет? Не, ну что такое, а? Беда. Не хочет падать. А если сюда залезть? Ну, Лар, давай, забирайся. Ну что ты? Тут же невысоко совсем. Нет, не хочет. Не хочет Лара нам помочь. Говорит, решайте свои проблемы сами. Сосунки. Вот здесь сверху еще есть какие-то, я смотрю, какие-то вот здесь подмостки есть. Вот, я вижу их. Какие-то подмостки. Но, наверное, это для того, чтобы нам обратно выходить оттуда было удобно. А пока что, как видите... Нет, как-то вот ту штуку нужно сбросить. Ну, как нам ее сбросить, я пока не знаю. Действительно, задачка не из легких. Как-то залезть, может, перепрыгнуть. Даже не знаю. Колесо это болтается тут. Даже нечем скинуть-то. То есть я, конечно, могу швырнуть вот эту канистру. Ну, а, собственно, а что толку? Она разве шибет? О, можно поджечь. Ну-ка. Ну-ка посмотрим, что это нам даст. Кроме... Не знаю, что нам даст. Давайте сожжем. Почему-то... Это же явно вот трупы тут подвешены. А, ну вот, из этого скелет выпал. А из того ящик почему-то. Да. Ботинки какие-то вываливаются. Ну, спалил я их, и что толку?
Да. Что-то не особо от этого лучше стало. Так, ладно, я попробую как-нибудь сбить эту канистру. Ах, не вижу ничего. Ничего не вижу. Куда ты целишься, Лара? Никуда не целишься, похоже. Давай. Нет, ни хрена не вижу. Что-то надо делать. Как-то нужно перепрыгнуть туда. Не знаю, может и так получится. Нет, да вряд ли, конечно, получится. Ничего тут не придумаешь. Это нафиг не Half-Life. Опа! Зацепился! Да, все оказалось проще, чем я думал. Странно. А зачем тогда вот эта вот еще маленькая канистрочка здесь лежит? Видимо, незачем. Все такие места расположены в древних руинах. Ну, давайте расхищать наконец-то. Да, благоговение чувствуется. Гробница расхищена. Зал суда пройдено. Плюс одно очко. И два из трех деталей собрано. Пистолет. Что он так? В гробнице, что ли, их нашла? Я все время вот это вот меня удивляет. Найдены детали. Откуда они взялись? Непонятно. Так, и давайте что-нибудь выучим, раз у нас есть одно очко навыков. Что у нас там еще было не выучено? Получаете больше опыта за искусственное убийство. Где-то там было вот. Вот здесь, по-моему, что-то интересное. Атака с уклонением. После уворота от атаки воткните стрелу противнику в колено. Ну ладно, не могу я сопротивляться. Придется зажмите Shift, а потом F. Класс. Стрела в колено. Трибьют Скайриму. Давайте, выходите отсюда. Пещера там, конечно, темная. Было бы лучше, если бы после того, как мы собирали артефакт вот этот, или что она там забирает, я не знаю, обратно мы выбирались намного быстрее. Потому что вот опять идти вот здесь вот, шариться по этим кустам, не очень это все, в общем, нравится. А еще она вот так вот ходит медленно же, правильно? Долго, медленно, в темноте. Чтобы сразу какой-нибудь выход был наружу быстренький, там откуда-то из стены выскакивали бы мы, как чертик из табакерки. А, там еще лазать нам придется, ой. Хотя... Ой-ой-ой. Я ничего не вижу, что там впереди. Сейчас еще прыгну, и мы упадем. Нафиг. Куда тут идти, я вообще не понимаю. Может быть, в другое место нужно идти? Вот сюда? Так. Ну да, давайте. Как пришли сюда, так и будем выбираться. Опасное место, опасное. Ну что делать? А мы назад-то залезем? А мы назад не залезем, здесь скат. Вот что. Вот почему здесь нельзя выбраться. Понятно. Ну давайте, я не знаю, придется что, прыгать в неизвестность, потому что я не вижу там, как нам перелезть, где перелезть. Видимо, придется прыгнуть, прыжок веры совершить, так сказать. С этой досточки. О, куда это мы упали? Не знаю, ладно, давайте отсюда выбираться уже поскорее. Надоело мне здесь. Страшно, опасно, ничего не вижу. Главное, внутри гробницы все видно. Все освещено, все просто превосходно. А здесь нафиг темень какая-то, жуткая совершенно. Ничего не видно. Ну и, наконец, возвращаемся мы в нашу деревеньку. О, там что-то лежит. Инструментики. Еще немного инструментиков возьмем. О, кабан! Ха-ха, кабанидзе, давайте убьем его. Эй, стоять! Ну вот, убежал.
что ж такое, я же в него стреляю. Походу, у меня стрелы не долетают или пролетают сквозь него. Да вы поглядите, а? Вот смех-то, стрелы сквозь него пролетают. Я думал, в чем проблема? О, курочка. Ей, давайте освежу им курочку. О! О, неплохо. Да сдохни уже. Сколько можно? Да что ж такое-то, а? Все. Решили мы эту проблему с кабаном. О, освежевали, хорошо. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Поищем. Поглядим. Я уверен, здесь какие-нибудь книжки должны быть. Ух ты, колесо. Еще немного инструментов. Какие-нибудь здесь должны быть книжечки исторические. Интересные. Нравится слушать мне, кстати, истории того дедульника, который там набирал рекрутов и прочее. А, мы назад, что ли, вернулись? Да. Весьма он там интересно рассказывает о том, что происходило на острове. Особенно у него еще говор такой зэковский. А, вот, вот откуда мы пришли. Прям какие-то ящики передвигаются. Может, нам нужно залезть на один из этих... А, ну, наверное, да. Нужно залезть на один из этих ящиков. О! Тайничок нашли. Хорошо. Целых два ящика. Ух ты, круто. На них мы сделаем много улучшений. Еще провизия. Ну, за провизию только опыт дают. Печально, конечно. О, и еще куча. Еще инструментов дофига. Отлично. Давай, Ларочка. Во, 65 целых. Два ящика нашли. Неплохо. Ну и лабиринты тут, я вам скажу. Ну и лабиринты. Ну и лабиринты. Так. Куда-то туда наверх можно залезть, я видел. Мы уже наверху. Ладно. Посмотрим, что там. Посмотрим, что наверху. Скалолазанием любим заниматься, да, Лара? Конечно, любим. Это наша любимая. О, патрончики. Стрелы. Все взяли. Такс. Ну тут спуск у нас просто. Туда нам, конечно, не пройти. Там какая-то тряпка висит. Что, ничего нету? По-любому что-то должно быть. Книжка какая-нибудь, я не знаю. Ну что-нибудь. Хоть что-нибудь. Кроме патронов. Должно же тут быть. Иначе зачем залезать наверх? Странно. Всегда что-то было. Сейчас нету. Да бог с ним. Обманули нас немного. Ничего страшного. Да спускайся ты вниз, Лар. Что ты делаешь? Вниз спускайся. Вот, наконец-то. Вот, вот, вот и вот. Ну и давайте садиться на этот ящик и поехали. Ха. Так, подождем. Подождем. Где он тут? Ага, вот он. О, все. Сейчас, я чувствую, по нам пострелять захотят, наверное, да? Наверное, захотят пострелять. Привет! Ты там? Это ловушка! Покажи зуб Миллара! Устроим ад! Ой. Так, я не понял. Это ловушка Лара. Смотрите, тут все, блин, в бочках. Ох, сейчас я чувствую, тут повзрываем мы. Один есть. Так, что дальше-то? Куда нам? А, ну да, все уж, приехали. Дальше некуда, дальше только воевать. Покажи мат, Лара. Явно сказали, give him hell. Но я бы перевел это как задай им жару.
Ух ты! Бочка взорвалась от стрелы, от обычной. Да, логика. Логика. Добивание ледорубом. Да, класс, обожаю это. Да что ж ты за сволочь-то такая, а? Вот так. Ух ты, стрелы, стрелы-то везде. Стрелы-то летают. Ух. Стрелы-то летают. И бочечка пошла. Ох, красота, люблю это. Динамит! Динамит, боже мой! Динамит, это опасно. Динамит, это очень опасно. О, шикарно. Взорвали его. Еще, нет, этот коктейлем уже кидается. Этот уже любитель коктейлей. Ну-ка, где он там у нас? Ух ты! Хорош! На тебе! Да, вот это добивание! Вот это я понимаю, только под коктейльчик бы не попасть. Ах ты сволочь, ладно. Пистолеты тебя добьем, значит. Да, ёлки, нифига себе. Слушайте, ну и меткость у них, а. Ну и меткость. Нифига его даже не задело. Прячемся. Опять динамит, да чтоб тебя, а. Чтоб тебя. Yes. Тут все с динамитом у нас швыряется. Говнюк. Давай. Или я сейчас убью старика! Клара, не вздумай! Ладно! Ладно! Напугал я родом из Глазго! Кидай в пропасть! Да! Да чтоб вас, а, уроды! Они за это заплатят. Вот, вот, вот уроды, мы столько сражались, столько бежали к нему. Столько пытались спасти старого дедулю, да что же за уроды, а, опять убили. Никого нам не дают спасти, слушайте, заметили? Пилота убили, второго пилота убили, все у нас на глазах. Грим этот убили. Да блин, достало уже, честное слово. Когда мы уже кого-нибудь спасем, наконец? Сволочи, а. Ничего, мы их найдем. Найдем и всех. Всех перестреляем. Еще они пожалеют, что это сделали, уроды. Блин, ну, действительно печально. Надеюсь, что Грим все-таки не погиб. Реально. Ну что это такое, а? Куда он там упал? Куда он там упал? Ну ладно. Пошли дальше. А, и Лара даже не посмотрела, просто. Ну хотя да, там пропасть. Эй, вот она, ах вы уроды. Ах вы уроды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лезь, лезь. Цепляйся. Есть. А! Черт. Прикрываю, девочка. Можешь забираться наверх. Слава богу. Рот. Да. Грим погиб. Они взяли его в заложники, чтобы я сдалась. Он не позволил им. Грим. Старый упрямец. Это все из-за меня. Нет, не вини себя, Лара. Отомсти им. Мы помянем старика, когда выберемся отсюда. Я хочу подобраться ближе.
Ты можешь снова меня прикрыть? Подожди. Да. Я прикрою всю зону до самых стен дворца. Отлично. Да, эти сволочи точно поплатятся. Ну, спасибо Роту, что он нас прикрыл. Действительно, это было очень своевременно. Спасательный вертолет N-888RS принял сигнал бедствия с корабля Тринити. Говорит Конрад Рот с Endurance. Вы меня слышите? Лара, ты слышала? К нам летит спасательный вертолет. Это отличная новость, Рот. Подай сигнал, а я иду за Сэмми и остальными. Лара, может мне? Это не то, что с пилотом, Рот. Я втянула в это Сэмми и остальных и сама их вытащу. Ну, мы по крайней мере попробуем. Давайте остановимся в лагере. Ох, бедный, конечно, пилот. Самолет этот уничтоженный. Все на наших руках. Все вроде мы виноваты, так получается. Ну, не знаю уже, честно. Не знаю уж, кто тут больше виноват. Итак, рифленая рукоятка, скорострельность. Давайте это улучшим. И второе улучшение сразу же приобретем. Дробовик у нас будет самый мощный, самый классный. И в итоге автомат мы улучшили, дробовик улучшили, лук улучшили. Осталось пистолет только улучшить. Но я думаю, мы уже скоро найдем улучшение. Ну, не на... ну да, найдем улучшение для вообще всего оружия полностью. Потому что дробовик мы... Почти уже нашли почти все детали. 2 из 3 у нас найдены. Так что, думаю, скоро у нас дробовичок похорошеет. Намного похорошеет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии.